Привет, друзья! Меня зовут Павел, вы по-прежнему на моем канале. Сейчас 9 января 2021 год. Мы на странице нашего агентства с женой, которое мы сделали до Нового года. За 2 месяца мы сделали визы для 191 человека, и они все приехали в Индонезию. Пока перерывчик, в Индонезию нельзя въехать до 14 января. Потом посмотрим, правительство пока еще не решило. Так вот, все, кто въезжал, делали позитивные отзывы насчет карты Тинькофф All Airlines. У нее есть одно большое преимущество. Дается страховка для путешествий. Так вот, какие еще преимущества? Давайте рассмотрим. Возможно, вы тоже будете приезжать сюда или в какую-то другую страну поедете. Не сейчас, так в ближайшее время. Смотрите, чтобы получать плюсы от этой карты, обязательно нужно быть путешественником. Путешественником величаются те, кто как минимум раз в год куда-то выбирается. И за это им дают так называемые бонусы. Здесь их кличут милями. Миля равна рублю. Так вот, накопив мили, можно компенсировать их стоимостью ранее уплаченных билетов, купленных билетов. Так вот, можно получить 10% назад за покупки в Тинькофф путешествиях. Что такое Тинькофф путешествия? Это tinkoff.ru/travel. И тут раздел есть авиабилеты, отели, туры, ЖД-билеты, аренда авто. Авиабилеты, такие же как на Aviasales, Skyscanner, отели, те же самые, что и на booking.com. Как раз здесь возвращается 10% туры. Какой тут партнер? Мне кажется, Травелата. ЖД-билеты. Возможно, здесь будет подороже, чем на РЖД. У РЖД всегда дешевле, но интерфейс удобнее. Аренда авто. Кажется, Rental Cars. Поиск по двух партнерам. Уже больше. Economy Bookings и Rental Cars. Ну, в принципе, это одна организация. Обратно пляшем. Итак, а здесь проценты, которые возвращаются по различным категориям. И, кстати, если вы пользовались дебетовой картой Тинькофф Black, то вы знаете, что по той карте возвращается всего лишь 1%. Здесь 2%. Но нужно летать, предупреждаю. Хотя бы внутри страны. Победой летаете куда-нибудь из одного города в другой. Можно уже компенсировать такие поездки. Иначе карта для вас будет бесполезная. Ну, также она является кредитной. Вам дадут страховку, да. И вы можете получить какой-то кредитный лимит. Вот у меня, по-моему, 400-420 тысяч рублей. Иногда я пользуюсь этими деньгами. Конечно, для снятия в банкомате, если будете снимать кэш, с вас возьмут процент. А если вы будете безналично оплачивать в магазине, к примеру, даже бесконтактно, вы можете виртуальную карту завести, то никаких дополнительных процентов не возьмут. Кредитный лимит одобряется до 700 тысяч рублей. Больше не дают, оказывается. Не знал. Страховка, это я уже упомянул. И если вы возвращаете деньги обратно на кредитную карту в течение 55 дней, то процент будет за использование 0. Потом новый период, опять пользуетесь кредитными деньгами, опять возвращаете срок и опять ноль, ничего не платите. На этом, думаю, все. Пользуйтесь ссылкой под видео для того, чтобы получить максимум бонусов. И обязательно обращайтесь к нам, чтобы прилететь в Индонезию. Наши контакты на этом сайте Flada ID в разделе «Контакты». Используйте WhatsApp, Telegram, самое удобное средство для связи с нами. Но, напомню, пока 9 января прилететь в Индонезию не получится. Посмотрим, что будет в скором времени. Правительство Индонезии пока что взяло передых. Сказали, извините, ковид, версия 2.0, штамм какой-то страшный из Великобритании пришел, не знаем. Лучше иностранцы пускай посидят дома. Но при этом локдауна как такового нет. Индонезийцы прилетают в страну, прилетают также иностранцы с видом на жительство.
Так что авиасообщение работает. Ждем позитивных новостей. Пока-пока. Всем удачи.